Привет, блокнот Самара. Я хочу сказать, что в моем районе образовалась вот такая свалка. Из-за того, что людям некуда выбрасывать мусор, потому что его отсюда просто не вывозят. Я позвала свою подругу, которая живет здесь, неподалеку от этого кошмара. И ей есть что сказать по этой теме. Я считаю, что это полный кошмар, потому что сюда приезжают люди из других районов, выбрасывают мусор, потом приходят другие люди, которые живут здесь, они мусор вытаскивают из мусорки, потом ищут себе одежду, есть, а потом обратно ничего не складывают, здесь постоянно все накапливается, в мусорках тоже дохера мусора. Мусор отсюда увозится раз в полгода, и из-за этого здесь образовалась вот такая свалка. Я сама застала тот момент, когда его сжигали люди, потому что его слишком много. Воняет ужасно. Я не представляю, как здесь можно жить рядом вот с этим.